Друзья, всем привет! Сегодня мы будем распаковывать фигурку Элли из The Last of Us. Вчера прошли. Видео будет называться... Так, давайте я сразу возьму. Видео будет называться «Понравилась ли мне игра The Last of Us?» Вторая часть. Либо «Одни из нас два», да? Так она называется. Ну, в общем-то... Ну, рассказывать я не буду слишком долго там рассуждать, кто прав, кто виноват, Элли права или Эбби права, или виновата, или не виновата. В общем-то, можете посмотреть стрим, финал вчера был. Вот такая вот коробка, вроде как официальная. The Last of Us под ту Элли. В общем-то, можете посмотреть финал. В общем, я скажу коротко. Игра мне очень понравилась. Я даже вот по этой игре себе купил коллекционную фигурку. Коллекционка, первая моя коллекционка. Сейчас я ему ее... Блин, аккуратнее надо. Сейчас мы ее распакуем. Только единственное, что, ребят, сразу же скажу... что фигурка как бы... Я не знаю, у кого есть еще такая фигурка. Мне кажется, что она... Блин, я не знаю, может быть, она подделочная. Просто Элли, как бы, она на себя не похожа. Ну, как бы, в моем понимании, что это как будто бы какая-то другая девчонка. Прям там вот лес, силикогель. Да, в мусорку нафиг. Лес, вот такая вот коробочка. Вот, она сама на себя не похожа, но как бы вот разрабы написали в Last of Us, часть вторая, что это Элли. Вот, Элли... Элли, я английский не знаю, но я прочитал, что такое значит Элли with bow. Элли с бантом почему-то называется фигурка, как бы такой перевод дают. Так, она сама на себя как бы не похожа, и я немножечко как бы этой фигуркой чуть-чуть разочарован. Так, вот так, вот так, вот так вот. Так, она сделана детально, все классно, все круто. Так, это сюда... Это сюда. Но вот смотрите, разве это Элли? Мне кажется, это какая-то другая девчонка, да? Вот не знаю. У кого есть такая фигурка? У всех такая фигурка? Или это вот только у меня? То есть лук. Лук это, как мы знаем, где мы там его нашли? Хеллкрест, по-моему, поселение было. Это лук Бориса. Борису давали очень много медалей за то, что он убивал из этого лука зомбаков. Тетива из какой-то такой вот. Не знаю, из чего она сделана, из какой-то нитки. Вот, но в итоге он, короче, зомби проиграл зараженным и сам стал зараженным. Был с этим луком Борис. Ну, либо Борис. Может быть, я его Борис называл. Вот, и мы его убили и отобрали у него лук. Рюкзак Элли. Все сделано четенько. Все классно, мачете. Мачете все в крови, естественно. Или злая. Тоже вся в крови. Вот такая вот фигурочка. Такая вот фигурка. Первая моя коллекционка. Не знаю, правда, куда ее поставить. Вот, давайте сюда пока поставим. Вот диск. Диск. Первую часть еще себе не приобрел, на диске хочу, но пока как бы этот. Нет возможности и денег. Издание идет на двух дисках. 2899 стоило. То есть установочный диск. А, ну, игровой там у меня в PS-ке стоит. Ну вот. Как бы вот мои книжки я обещал показать. Все прочитал. Почти все диски. Есть. Что это? Это блокнот Assassin's Creed Истоки. Есть. Тетрадка Себастина Кастеланоса. Ну вот, все это поддерживает такой вот чувачок. На день рождения мне подарили такую подставочку. Ну, плохо видно, но ладно. Ага. Ну вот, посмотрим, сколько это видео наберет просмотров. Если что, покажу вам все диски. Так, пока мельком покажем. Покажу тетрадку, покажу блокнот. Все это. И тетрадку покупал еще на Xbox 360. Тетрадь Себастина Кастеланоса из игры The Evil Within первой части. Так, ну не знаю, куда ее поставить. Вот она. Игра суперская. Игра мне очень понравилась, но как бы обсуждать сейчас долго не будем. Долго не будем. Made in China. Сделано в Китае. Вот. Я думал, в Сиэтле сделана будет фигурка. Или в Санта-Барбаре. Вот. Давайте пока его сюда вот. Первая моя фигурочка. Но якобы она должна стоять вот так вот.
Вот, все. Но я повторюсь, то есть я немного, ребят, разочарован, потому что Элли на себя не похожа. Может быть, эта фишка, как бы, ну, нельзя сделать ее, что ли, там, как бы, лицо прям вот точь-точь, как из игры. Вот. Ну, и вот так вот. Первый диск еще себе куплю, приобрету. Ну, вот она, настоящая Элли. Здесь она даже, как бы, ну, даже больше похожа. И вот Элли с фигурки. Ну, классно. Ну, как бы, ну как, ну не совсем разочарован, конечно, но я рад, что у меня коллекционочка по этой игре. Игра суперская, вчера прошли, можете в финале там посмотреть, там последние 10-15 минут мы обсуждаем, кто там за кого, кто за Элли, кто за Эбби, кто прав, кто виноват, типа того. Так, что там? Вот она, фигурка Элли. Ну все сделано круто. Все окей. Так. Ну, как бы. Вот моя работа. А, вот еще, кстати. Пришел, когда я. Мне продавец, когда продал эту фигурку, он мне почему-то сразу сказал: мы не привезли Dying Light 2. 1С интерес. Я в 1С интерес это привозил. Я ему хотел сказать, что, чувак, вы вообще ничего не привезли за 3,5 года. Но не стал, короче, как бы расстраивать его. Я говорю, я его не заказывал, Dying Light 2. Он говорит, вот возьмите, вот, ну, как бы, вот такой вот подарок, эта фишка, то есть для телефона. Держатель для телефона. Такой вот держатель. В подарочек дали, Dying Light 2. Вот. То есть фигурка у меня, типа, ну, это мы потом на телефон приклеим. На тот, на который снимаем сейчас. Вот. Все, вот. The Last of Us. Часть вторая. Первая моя коллекционка.